Мы сегодня собрались на нашем форуме обсудить три линии нашей жизни. Одна из этих линий называется доверие, другая из этих линий называется понимание, и третья из этих линий называется смысл. Они, конечно, пересекаются, но каждый раз, когда в эволюции мы видим пересекающие линии, мы понимаем, что это обогащающая эволюция. Татьяна, вы меня слышите? Я хочу обратиться с вопросом к вам и сделать фокусом другую тему нашего сегодняшнего общения, а именно тему, связанную с объяснением, с психологическим, социальным, человеческим слухом, тему понимания. Я хочу всем напомнить, что Татьяна Черниговская по своим всем линиям находится настолько на междисциплинарной области, не в смысле вирусолог, иммунолог, а как назвать профессию, как вы прошли все профессии, когда работали с Гершуни по нейрофизиологии, потом лингвистика, потом нейропсихология, нейрокогнитивистика. То есть всегда в междисциплинарном мире, где вам легче всего могут сказать: «А ты что, залез на мою территорию? А ты что, пошел не туда?» Но мы с вами не раз говорили, что сегодняшний век – это век профессионального дилетантизма. И это очень точная категория, потому что без него нельзя объять необъятное. В связи с этим, как объяснить, почему возникает сложный поиск баланса доверия и недоверия, о котором мы сейчас говорили? Как вы считаете, к вам вопрос? Если вопрос вдруг кажется не тем, вы сразу можете его отметать, переделывать и начинать с того, что вы говорите, когда мы говорим о понимании, то, чем вы занимаетесь многие и многие годы и выступаете чем на самых разных аудиториях, пытаясь им объяснить свои позиции. Татьяна, пожалуйста, огромное. Да, спасибо, Александр Григорьевич. Я бы вот немножко расширила этот весь контекст. Во-первых, я эволюционный пессимист, я вам скажу, а не оптимист. Потому что я вижу то, что мы, вот Александр Григорьевич, с вами любим к поэзии обращаться и цитаты. И вот я пока слушала, вдруг вспомнила такие слова: «Истончается тонкий тлен, фиолетовый гобелен». Вот такое впечатление у меня, что мир, он как-то начал по ниткам рассыпаться. Он каким-то стал таким похожим на очень тонкую и зыбкую ткань. И это я не для красоты, естественно, говорю, а вот впечатление такое, что действительно связь всего совсем порвалась. Во-первых, нет никаких фильтров. Действительно, каждый тебе и вирусолог, и космолог, и он специалист в области любого искусства, и он тебе любые советы даст. Нет никаких фильтров. Как это может быть? Хотя вообще в науке существует правило. Если, поскольку я с сумасшедшими имею дело каждый божий день, они мне пишут штук 100 в день, то есть такое правило. Это не те люди, которые придумали новые научные идеи, и я должна почему-то это принять. Они мне должны доказать, почему нужно всю науку зачеркнуть, а вместо этого делать так, как предлагают они. Это главный принцип. Доказывать должен тот, который выходит с новой идеей. Не я должна ему доказывать, что старая хороша, а он. Это первое. Второе. Наш технологичный мир делает подделки, которые чуть ли не лучше оригиналов. Это опасность, которая у нас еще впереди. Это, в частности, связано с нарастающей мощью всего, что связано с искусственным интеллектом. И об этом я сама много раз в разных дискуссиях участие принимала, и в Сколково, в частности, и в разных других местах. А вот искусственный интеллект уже пишет картины, он пишет музыку, он пишет анекдоты, он вообще делает очень много всего. Причем он делает это... В чем подлость-то здесь? Дело не в том, что он делает хорошую копию, а дело в том, что он пишет как Дюрер.
или он пишет как Вивальди. И что нам с этим-то, что нам делать? Понимаете, получается так, что любой фейк, а это фотошоп, который на вас сделает любой фильм, или это подделка картины, музыки и так далее, или это подделка новостей, они сделаны настолько искусно, что встает вопрос о том, а что нам, собственно говоря, делать с этим дальше. И встает даже более того вопрос о том, а мы хотим настоящего, или нас вполне устроит просто очень хорошая подделка? Ну, просто Дюрер и Дюрер. Это ведь серьезный вопрос. И он абсолютно не снимается. Поэтому вопрос о доверии – это не только вопрос в том смысле, который вот сейчас очень интересно обсуждался. Что доверие под угрозой. Это очень точно сказано. Доверие под угрозой, но еще и шире. Это первое. Второе. Вот к нам с Алексеем Леонидовичем на факультет несколько лет назад приезжал, и у меня на семинаре по когнитивным исследованиям выступал очень знаменитый, особенно сейчас человек, сэр Роджер Пенроуз. Он Нобелевский лауреат этого года, но он свою Нобелевскую премию получил, естественно, по физике, а кроме всего прочего, он очень знаменит, и многие его книги переведены, кстати, на русский язык, тем, что он интересуется проблемой сознания и проблемой воспроизводимости сознания, изготавливаемости, в кавычках, так сказать, искусственного сознания и так далее. Но поскольку Роджер Пенроуз очень умен, то он начал, когда он эту тему вот у нас обсуждал, он начал вот с чего. Сознание предполагает понимание, а понимание не подразумевает вычисляемость, вычислимость и вообще алгоритмы. Есть вещи, которые имитировать нельзя. Вот что говорит умный Пенроуз. Их просто сымитировать нельзя. Вот какой бы мощи ни был искусственный интеллект, этого он сделать не сможет. Потому что здесь мы попадаем в ту зону, которая стыкуется с тем, о чем сейчас разговор так тонко шел, а именно с личностями. Понимание возможно тогда, когда у нас общая картина мира. Вот глядя на Рубена, и мы перед началом тоже об этом говорили, для того, чтобы понимать, что происходит на Кавказе, нужно не просто знать довольно много из того, что происходит там сейчас, а нужно знать не столетия, а тысячелетия истории. В противном случае ты просто не понимаешь, что происходит. Понимание – это разделение общей картины мира. Как вы собираетесь общую картину мира разделять с компьютером? Я не на Марсе живу и сама в компьютере в этом чертовом всю жизнь провожу. Но мы все-таки должны понимать. И вопрос, который мне уже надоело задавать, но я его, тем не менее, вынужден задавать все время. Мы на этой планете жить планируем? Или мы свою дорогу закончили? И теперь здесь будут жить очень хорошие механизмы или программы, как хотите их называйте. И они все друг друга будут обучать. И они будут работать лучше, чем мы, потому что у них не будет ошибок. А мы, у нас еще есть какая-то роль здесь? Или мы все, финал? Это вопросы серьезные. Поэтому понимание, я в связи с этим словом не только Пенроуза бы вспомнила, но Сергея Петровича Капицу, с которым я имела счастье много общаться, и в передачах у него была, и лично мы с ним общались. Он говорил, образование будущее должно быть образованием понимания. А тут у нас начинается пересечение, опять же, с тем, о чем и Авдотья очень тонко говорила. Вот эти нишевые сообщества, мы не уйдем никуда от них. Да, мы будем жить в этих нишевых сообществах. Я доверяю тому, про которого мне известно, что ему можно доверять. Даже не тому, про которого известно, что он очень хороший специалист. Это бесспорное условие. Но мне еще нужно про него, так жаргонно выражаясь, сплетни собрать. Я знаю, что это умный человек. Я знаю, что он проверен многими людьми. Что те слова, которые он говорит, они вообще имеют смысл.
Я много какую информацию должна собрать, прежде чем сделать выбор в пользу того, с каким человеком я хочу, чтобы то ни было, обсудить. Понимаете, просто наличие у этого человека знаний мне недостаточно. Знания я вам, окей, Google, условно говоря, скажу, и горы повалят на меня информации. Это недостаточно. Мне нужно, чтобы это были личности, с которыми я разделяю основные взгляды на мир. Вот что. То есть получается сейчас так, что ситуация, в которой мы оказались, когда, вообще-то говоря, почти рухнула вся наша цивилизация, мы оказались в ситуации, когда именно человеческое начинает становиться сверхважным. Именно человеческое. Потому что остальное, оно и так везде есть. Я беседую с Рубеном, потому что я знаю, что он умный человек, и я много чего слышала из того, что он говорит и пишет. И да, мне его мнение интересно. Но есть и много других людей, которые, может быть, не меньше знают. И мне их мнение будет менее интересно именно по причине, которую я описала. То есть человеческое начинает выходить на сцену. Очень важно. Интересно, что мы многие месяцы все работаем дистанционно. И нам это надоело, это все понятно. Но вдруг оказалось, что так называемое периферическое зрение, это я как метафору говорю, потому что это не только зрение, это обоняние, слух, движение, то есть вещи, на которые мы вроде бы не обращаем внимания, и которые из телевизора, ну, в смысле, из дисплея, с экрана, к нам не лезут. Просто у нас нет богатой когнитивной инсенсорной среды, вот то, что называется фидбэк. Мне экран не дает этого. Мне нужно смотреть, как люди ходят, как они смотрят друг на друга, как они двигаются, на каком расстоянии один оказывается от другого. То есть вещи, на которые мы никогда не обращали внимания. Оказывается, что они сейчас кардинально важны. Еще был интересный вопрос, который мы даже с коллегами обсуждали. А почему мы так устаем от дистанционного общение. Почему? Ведь то же самое происходит. Почему это так страшно энергетически затратно? Почему? Я думаю, именно поэтому, и Александр Григорьевич меня как психолог поймет, бедная сенсорная и когнитивная среда. Нам не хватает той информации, о которой мы не подозревали даже, то есть о ее ценности. Вот именно кто как сидит, кто как ходит, как он двигается, как он вошел, как посмотрел, какие духи там, я не знаю, понимаете? Ну вот вещи, которые, казалось бы, здесь ни при чем, оказалось, что они очень даже при чем. Одним словом, я это к тому все клоню, что понятно, что от нового мира мы никуда не уйдем, он с нами и будет, но мы должны себе найти место в этом мире. И как никогда важно, с кем мы имеем дело. Кто эти люди, которых я буду слушать? Ведь их миллионы, тех, которые на самом деле вирусологи и эпидемиологи, правильно? А что я делаю? Я ищу того самого врача, про которого мне 100 людей сказали, вот он, неизвестно, что он там знает, но у него нюх, как ни у кого. И поэтому вот его и слушай, что тебе скажет, его и слушай. В этом смысле я хочу просто замкнуть две эти темы. Вот это нишевое, оно с нами будет. Мы никуда не убежим от него, так и будет. Другой вопрос, как мы будем учить детей? Мы не можем детям маленьким сразу поставить планку, на которой будет написано или сказано: ты только ничему особенно не доверяй, потому что мир многопланов, многообразен, много очень правдоподобного, а на самом деле ложного. Мы не можем детей в такую среду помещать. То есть перед образованием
в том числе именно детей, стоит вопрос очень серьезный. Вот таких самых базовых вещей. Вот печки, от какой печки танцевать начнем? Вот это важные вещи. Как их научить? Так они, никому не нужен уже теперь учитель, который придет и скажет, что гипотенуза вычисляется таким-то образом. Вот это-то не нужно. А тогда что, учитель не нужен вообще? Нет, учитель важнее, чем он был всегда. Именно потому что эти несметные горы данных везде есть, и их легко добыть. А теперь нужен интерпретатор. Нужен тот, кто научит, поводырь нужен, понимаете, который за руку возьмет и по этому миру проведет. Скажет, вот здесь ходи, а вот здесь осторожно, здесь ты себе шею сломаешь. Так что вот такой мой длинный ответ вам. Татьяна, вы сейчас упомянули следующую вещь. Так же, как в первом нашем как бы действии общения, вы сказали, что сейчас на сцену вперед, как приоритетное, выходит человеческое и человеческие приоритеты, а не только профессиональные. Это как бы закольцовывает наше общение. И категории доверия, категории понимания, о чем мы говорим, и категории смысла – это именно человеческие категории, которые не исчерпываются нашими, пусть замечательными, но профессиональными знаниями. Вместе с тем, каждый раз, когда мы говорим об этих категориях и выходим в эти сферы, это сферы рисков, я хочу напомнить одну странную вещь, когда мы работаем на границах, и когда вдруг в истории культуры, а вы говорили о памяти, надо было помнить разные вещи. В позапрошлом веке был введен, как об этом пишет замечательный эволюционист и биолог Эфраимсон, особый орден. Орден за победу вопреки приказу. Орден Марии Терезии. Он был, когда вот этот орден, вдумайтесь в появление таких вещей, которые были избыточны, и где связаны с миром Австрии в то самое время. То, что вы сейчас говорите, когда человеческое выходит на первый план, это невероятно важно. Вместе с тем начинается нормальная дискуссия, когда только что Лев Абрамович упоминал, что мы-то должны через понимание общаться с самыми разными людьми, добиваться понимания. Понимание – это трансляция смыслов. Понимание начинается, как говорил мой любимый Выгодский, понимание мысли собеседника, без знания мотивов собеседника. Есть неполное понимание. Но с кем у вас во многом общая картина мира? Как и Авдотья, это Рубен, который сейчас внимательно посмотрит на нас. Рубен, хочу кванта вашего фиксированного внимания и вернуться к вашей книге, с которой у нас общая картина мира, книги «На перекрестке», которая появилась несколько лет назад и которую вы запустили в парадоксальное путешествие. Не появление книги, а обсуждение книги. Это особая совершенно жизнь, где вы и говорили о вещах, когда и об общей картине мира, и об истории цивилизации, и одновременно о том балансе между тем, что надо говорить даже с теми, кто тебя в упор не хочет понять. Рубен, пожалуйста.